вам зарплату платить. Я понимаю, если завод выпускает кастрюли, кастрюлями, а если как моя на военном заводе работает, что не рассекретит, она все домой тащит вместо зарплаты. Недавно какой-то пылесос притащила такой с хоботом. Мне этот хобот протягивает и говорит: на, Эдик, дунь сюда. Ну, я думал, может, что-то там забилось. Беру этот хобот, изо всех сил дую. И что ты думаешь? Эта конверсионная сволочь сосала мой воздух, пожужжала, лампочками помигала и выдала полный спектральный анализ моего выдоха. То есть что я пил? Сколько, когда и даже с кем. О, вот такая вот распечатка. В левом углу время, в правом доза. А внизу портреты товарищей. Вот такой прибор ночного видения, слышания и нюхания. Я обалдел просто. Я говорю, как жить? Как жить после этого, если вот этот пылесос, этот Павлик Морозов, он же не только меня, он же всех моих дружков заложит. Ну ладно, думаю, хорошо. Ночью встал, взял молоток, в темноте нащупал агрегат, только размахнулся, свист, звон, крик. Пылесос меня чем-то вонючим. Представляете, стою я посреди комнаты, как маньяк. В одних трусах, с молотком и в какой-то пене. Жена подходит, говорит: не надейся, говорит, Эдик, не надейся, дорогой. Техника военная. Диверсанта чует, как собака на границе. Я не успел еще оклематься. Смотрю, она уже новую конверсию тащит. Я вначале подумал, что она двери меняет. Но она при входе в квартиру, в дверной косяк, вот эту самую раму вставила. Ну, которая в аэропорту. Только та на металл реагирует, а эта на зарплату. Только за порог шагнул, дзынь, на экране блынь. Какая сумма? В каких купюрах? В каком кармане? Не, а главное, чтобы назад не смылся. Сзади электронный замок такой, щелк. И у тебя только одна дорога. К теще на личный досмотр. А что делать-то? Кушать-то хочется? А холодильник у нас? А? Только на голосовой пароль тещи открывается. Я его полчаса на коленях умолял. Я говорю: индезит, откройся. Индезит, откройся. А у меня: отвали, козел. А то вырублю. И этим лазарем целится. И вот так вот каждый день. Ага. Раму прошел, в пылесос дыхнул, получай сосиску с хреном. Не квартира, а полигон. Даже под матрасом. У меня жучки завелись. Электронные. Если чужая на кровать приляжет, сирена на весь подъезд. Вот верите, а нет, серьезно, чтобы с друзьями пообщаться, на балкон выйду с флажками, будто зарядку делаю. Так и тут перекрыло. Зря стараешься, говорит Эдик, я теперь за тобой через спутник наблюдать буду. Я говорю: через какой спутник? Она говорит: космический. Достает какую-то мыльницу с усами, подключила к телевизору, ё-моё, весь район, как на ладони. Но это все ерунда, они сейчас такое рассекретили. Ну, про черный ящик в самолетах слышали, а? Так она мне такой черный ящик только в миниатюре на штанах прикрепила. Сказала: учти, Эдик,
Если не специалист туда полезет, сработает жуткая самоликвидация. Разнесет в дребезги. Так что я борт 1727. Иду на посадку.